Так, пришли мои любимые сковородки. Будем их тестировать без масла. Компания Новофлон отреставрировала мои айкуковские сковородки, которыми обещали пользоваться пожизненно. Через 3 года пришли в негодность. Теперь мы готовим блинчики без масла. Ребята, Новофлону респект. Просто супер. Я выложу фотографии, в каком были состоянии мои сковородки. Очень была сильно разочарована состоянием их за 3 года. Собиралась выбрасывать, но цена не позволяла мне это сделать. Советую всем хозяйкам срочно позвонить. Позвонить в компанию Новофлон, пообщаться с менеджером Александром и заказать, восстановить свои любимые сковородочки. О, был сероватенький. Смотрите, все готовит, масла здесь нет. Ну что, Александр, не подвели? Спасибо вам большое.